летающий морж. Мы иногда ее так называем. Мне кажется, что вот если сейчас предложить так же полетать, мне кажется, она с удовольствием возьмет всю себя в руки, 700 килограммов и пойдет. Она очень любит людей, она очень любит всех, обцелует, поделится с вами запахом морской рыбы. Топская губа – это те места, где как раз Енисейка была найдена. Пришла к людям, потому что, наверное, это был единственный ее шанс на спасение. Она находилась в это время в гараже. Нужно было что-то делать. Я взяла карту географии российскую. До Тюмени есть дороги, а после Тюмени можно только на самолете, на котором летают вахтовики. Ей было больно, поскольку раны были открыты, все это бежало, все это текло. Надо было, чтобы она открыла глаза, потому что самый главный процент, когда погибают животные, это именно вот когда они выходят из-под наркоза. Вот для меня это было самое сложное. Накануне мне американский хирург спросил, а что если все-таки вот морж не проснется? Я посмотрела на него и сказала, мой морж проснется, и мы обязательно будем жить.